Как ужин? Прекрасно, как всегда на высоте. Ни один мишленовский повар с тобой просто не сравнится. Так, ну а теперь... Шампанское. Ну, за нас. За нас и за наших будущих детей. Да. Я тебе сейчас кое-что покажу. Давай, давай. Это если будет мальчик. Ага. Это если будет девочка. Ага. А это, ну, вдруг близнецы. Прекрасно, Оленька, прекрасно. Очень красиво. Очень красиво. Но тебе не кажется, что, ну, как-то слишком быстро? Маркуш, но у нас будет, по крайней мере, еще 9 месяцев. Я, конечно, очень мечтаю о детях. Понимаешь, это очень серьезное решение. Надо как-то все просчитать. Дети – это вообще очень дорогое удовольствие. Мы с тобой оба неплохо зарабатываем. Ну, да. Ну, где вот эта вот девочка, ну, или мальчик, а близнецы, ну, это куда? Все посчитаю, смотри. Значит, мы эту квартиру продаем. Да, мы продаем эту квартиру, потому что можно взять кредит и купить две квартиры. В одной мы делаем ремонт, ее сдаем, чтобы покрывать процент по кредиту, а в другой мы живем и, кстати, тоже делаем ремонт. И что у нас получается? Ничего у нас не получается. Не сходится. Что не сходится? Ну, не сходится. Понимаешь, дети с процентами по кредитам не сходятся. Что ж такое-то, а? Опять. Это не соседи, это просто какое-то наказание. Да ну не говори. Между прочим, не несущая стена. Они не слышат. Это какой же у них там грохот, представляешь, а? Да, ты прав, это стена не несущая. Может, на работу ушел? После вчерашнего? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Мы знакомы? Вы вчера у нас... Нет, нет, нет. Мы ваши соседи. Из квартиры напротив. А. Просто редко встречаемся. Я Ольга, а это Марк. Денис. Очень приятно. Здрасте. Ну, ну и что вы хотите, соседи? У нас к вам разговор буквально на пару минут. Или нам лучше зайти в другой день? Да ладно, чего там. Заходить сейчас только... Ну, только... Вы не пугайтесь, мы там вчера немного посидели. Мы слышали. Пойдем, пойдем. Денис, а вы дверь не заперли? Как у вас? А не надо мне никак. Вдруг какой-то хороший человек зайдет.
А если плохой? Да все люди неплохие, если разобраться. Пойдем. Слушайте, а может вам действительно вечером зайти? А то вы говорите, я ничего не понимаю. Зачем мне съезжать из своей квартиры? Денис, дело в том, что мы с Марком решили пожениться. Ну. Вот. Поздравляю. Спасибо. Ну, мы подумали, что раз у вас часто собираются компании, возможно, вам тесновато здесь. К тому же, если рядом будет лесопарк, вы с друзьями сможете устраивать пикники. А, я понял. Вы хотите, чтобы я переехал куда-то за МКАД, а вы бы объединили эту и ту квартиру и сделали здесь детские комнаты. И прошу обратить внимание, что все хлопоты по подбору вашей новой квартиры и также оформление документов мы берем на себя. Да не, мне здесь нормально. К тому же мне эту квартиру мой дед завещал, а за МКАДом я и так вырос. Ну, мы не предлагаем вам такие далекие варианты. Вот, посмотрите, мы подготовили список. Очень симпатичные районы. Серьезно? А почему бы вам самим не продать вашу квартиру и не купить новую, большую, в новостройке, в лесу? Или вы боитесь, что без вида на Кремль ваши дети будут не так хорошо воспитаны, а? Доброе утро! Красавчик! Что, друзья твои? Федор, старший брат. Федя, это наши соседи. Ой, вы извините. А у меня душевная драма. Вот теперь здесь обитаю. Вот спасибо брату, приютил. Он добрый, но вы это и без меня знаете. Я Ольга, а это Марк, мой жених. Вы вот зашли на минутку. Не-не-не, что значит на минутку? Мы сейчас вот тут организуем за встречу. А, нам в самом деле пора. А вы пока посмотрите список, ладно? А что за список? А вот. Соседи собираются увеличить народонаселение планеты и хотят, чтобы я сменил квартиру. На выгодных для вас условиях. Денис, не забывайте. На выгодных, говоришь? Очень заботливый, конечно. Больно, да? Да. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Все-таки больно, да? Ужасно получилось. Да ты не переживай. Я завтра поговорю с юристами, и мы подадим на них в суд. Ты серьезно? Ну, конечно. В конце концов, если дал волю своим рукам, то будь добр, ответь по закону. Милый, ну, нам все-таки нужно с ними сохранить хорошие отношения. Чтобы Денис уступил нам квартиру. Оленька, забудь. Что значит забудь? А это? Ну, никто не говорил, что свадьба, дети и квартиры как-то связаны. Я никто. Или ты вообще не хочешь детей? Оль, ну, ну извини, пожалуйста. Понятно. Сейчас. Дети не сходятся с процентами. Елена Петровна. Да, с вами все в порядке? Я в порядке, все нормально. Ага. Что у вас? Биржевые сводки. Биржевые сводки? Угу. Ну, давайте. Так и сказал, дети не сходятся с процентами, Катя. И это при том, что мне уже 27 лет, и лет 20 я мечтаю о детях. Оль,
Можно вопрос? Вы любите друг друга? Да. Тогда вы должны понимать друг друга. Но он меня не понимает. Ладно, мне пора, Кать. Оль, все будет хорошо. Нет, нет, нет. Кать, Марк очень хороший. Он спокойный, он надежный. Я не спорю. Мы знакомы с тобой 1000 лет, и я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Катюш, я буду счастлива. Я уверена, Марк хочет семью, хочет детей. Просто он слишком рассудительный, надо ему как-то помочь. Увидимся. Пока. Здорово, банда. Женек? Здорово, Владян. Ух ты, новенькая, дай заценить. Хорошая, испанская. Дай-ка. Смотри. Парни, репетируем без меня. Оля! Оль, подождите. Давайте помогу. Спасибо. Я хотел за брата извиниться. Как там Марк, как? Не сильно ушибся? Ничего серьезного. До свадьбы заживет. Тем более, что ждать недолго осталось. Ну, этот ваш Федор, конечно. Ну, простите, у него сейчас сложные жизненные обстоятельства. От него девушка ушла. Ну, ничего. У мужчин расставания быстро забываются. Ну, да. У кого? Как? Ну, просто какие-то опасные соседи. У вас что, тоже несчастная любовь? Почему несчастная? Любовь счастливая. Брак несчастный и короткий. Она мне, знаете, что я заявила? Что я бесперспективный, безответственный разгильдяй и ненадежный. Для женщины это самое главное – надежность. Вот Марк серьезный, надежный. Я за ним, как за каменной стеной. Ну и как вам живется с каменной стеной? Вы его не знаете. Вы вообще про нас ничего не знаете. Почему же? Мне про вас все ясно. И что же вам про нас ясно? Держите. Вы две такие каменные стенки. Давайте. А вы этот бесперспективный разгильдяй. Карьеристка и зануда. Алкоголик и бездельник. Квартирная аферистка. А? Правильно она от вас ушла. Вот и обменялись любезностями. Я не думал, что вы после вчерашнего вернете. Ну что вы. Я считаю, что в конфликте всегда виноваты обе стороны. Да, вы умная. И готовлю неплохо. А что, есть такой праздник День соседа? Денис, давайте останемся нормальными людьми в нормальных отношениях. А разве у нас уже были отношения? Их никогда не поздно начать. Ну да. Чувствую себя неотесанным хамом. Проходите. Только... А, я помню, помню. Не пугаться, потому что вы немножко посидели, и не закрывать дверь, потому что могут прийти хорошие люди. Да. Да. Денис, я бы хотела вернуться к вопросу о квартире, только уже в другом направлении. Пирог. Надо же. Не в Химки, а в Обнинск. Нет, нет, больше никаких деловых разговоров. Просто хотела попросить вас по-человечески нам помочь. Ну, вы в прошлый раз не дослушали, а там среди вариантов есть прекрасный жилой комплекс с лесом, парком, мини-гольфом. Мини-гольф? Угу. Да. А пирог – это не главный сюрприз. Вы знаете, я дизайнер интерьеров и хотела предложить вам совершенно бесплатно сделать первоклассный дизайн-проект для вашей новой будущей квартиры, а? Спасибо. Но все самое первоклассное я для своей квартиры делаю сам. Пойду что-нибудь накину? Да, да, конечно. О, Лиса, Алиса. Что,
Кот Базилио новую аферу придумывает. Ой, есть охота. Мне с утра всегда есть охота. И днем, и вечером. Я вот тут пирог принесла. Опа! Фердетти, как их? Материализуются! Материализуются. Диня, ставь чайник! Федя! Да, давай. Здорово. Федя, Федя, Шухер. Люся. Так. Пироги у вас тут, значит. Идиллия. А я-то думала, он страдает. Так же, как и я страдаю. Сам говорил, хочу с тобой, Люсенька, растить наших детей. А, так у вас уже есть дети? Да нет у меня детей. Да сейчас! Это он говорил. А сам вот, за юбками бегает. Да я... Простите, вы ошибаетесь. Я просто соседка и зашла в... Ну, конечно, соседка. А пирог просто деть было некуда, да? Эх ты! На чужом несчастье. Да что вы себе позволяете? Люсь, помолчи. Не указывай. Женишься, будешь указывать. А то только обещаешь. Так это знакомый вашего брата? Да вообще не в первый раз вижу. Так, что я тебе обещал? А то не обещал. Как борща моего поест, говорит, Люсенька, женюсь на тебе. Говорил или нет? Так, если б я обещал, я б женился. А пока я просто не готов. Морально. Морально? Да. Можно подумать, ты материально готов, Федя. Вот это вот... Это вот меркантильность, вот она меня и бесит. Много я с тобой намеркантилила. Все жду, все сама, Федя. А я... Что? Ну? Феденька, больно, да? Ну что ж ты себя прям не бережешь, прям совсем? Ты меня не бережешь. Я не берегу, Феденька. Ты мне всю самооценку разрушила. Да что не разрушила? Ты я в глаза ее не видела, Феденька. Вот именно. Ну что, успокойся. Ну все. Что ты, ну и начинаешь-то. Ну, конечно. Да, что ты? Ну все, Феденька. Ну что ты, успокойся, да. И часто ваш брат так... Новейший способ релаксации, слыхали? Надеюсь, у них все будет хорошо. Да-да. Да, все правильно. Это балка несущая, а вот эту стену можно смело выносить. Мы не договорили, может быть, спустимся в кафе? Нет. Оля, вы очень красивая и умная. Готовить вон прекрасно, настойчивая. Я практически влюблен, но вы поймите, что я не съеду с этой квартиры. Не съеду. Так, значит. Да, чтобы вас за нос не водить, уж лучше сразу же. Да, я настойчивая и просто так не сдамся. Что, давай сейчас что, мамку твою вспомни, как обычно. Каким ты был, таким ты остался. Я не понимаю вас. Вы что, войны хотите? Непривычно от вас слышать такие слова. Я думал, вы мягкая. Вы ошибались. Ты что делаешь? Прекрати его жрать немедленно. Ты что, с ума сошел? Нормальный пирог. Ты нас еще кормить-то будет, да? Ведь мы от врага не возьмем пирога. Это что, бабы вернулись? Не знаю. Да сюда! Добрый день. Панкратов Денис? Да. Я извиняюсь, я вам звонил, просто никто не ответил. Бывает. Ну,
Вот вы распишитесь, вам письмо. Держите. Ага. Спасибо, стойте. Стою. А вот вам пирог свежий, вкусный, с вишней. Можете не расписываться. Спасибо. Что случилось-то? Умер кто? Не, женится, жена моя бывшая. В смысле, замуж выходит. Ну что, скатертью дорожка? Арина приглашает меня на свадьбу. Класс! Возьми меня с собой, а? Там хоть что-нибудь пожрать можно. Она точно издевается. Знаешь, за кого выходит? За Брыкина, сокурсника. Толстяк такой противный. Папочка у него миллионер, но у Брыкина, конечно, тоже свой бизнес. А ты что, ревнуешь? Федь, да при чем тут ревность? Она же издевается. Хочет показать, что я ничтожество. Ты послушай, прошу тебя приехать, чтобы не травмировать Милочку. Независимо от того, как сложились наши отношения, для Милочки мы должны оставаться друзьями. Не понял. У тебя дочка, что ли? Собачка, Милочка. Да. Аринина чихуахуа. Мерзкая, маленькая, злая тварь. Издевается. Факт. Да я за тебя, братан, знаешь? Федя, ну хватит, Федь, не надо. Успеешь еще. Слушай, давай тогда так. Давай этому Брыкину фасад начистим, а эту чихую-хую украдем и сдадим в зоомагазин. Нет. У меня есть план поинтересней. Коль, ну что ты со мной как с ребенком? Не пачкай, не ломай. Ну это не как ребенок. Дай машинку покататься. Знаешь что, дружище, раз ты не понимаешь, я, пожалуй, пойду. О. Дэн, ты чё? Ты чё за обиды-то? Дэн! Вот скажи, у тебя ж с Юлей было то же самое. Арина просто хочет меня унизить, больше ей ничего не надо. Просто унизить меня и все. Ну да, ну да. Хоть что ты пришел, посмотрел, какая она прекрасная, какая она безошибочная, и какой ты ужасный. Какой Николай ты Сергеевич, вот-вот. Завещание по страховкам собрали, как вы и просили. Ждем да, спасибо. Вас. Спасибо, иду. Ну, в общем, машину бери. Не эту. Подберем тебе, тоже неплохую. Только вот не в машине-то дело, уж поверь. Ну, костюмчик у меня точно не хуже твоего. Стой-ка. Да не в костюмчике. Ну-ка. Это с лунным календарем. Забирай. Все, забирай. Только это все не то. Вот если бы ты пришел бы к Арине на свадьбу под руку с принцессой, да и сидели бы, смотрели друг на друга так же, как это было раньше у вас. Ну, когда-то с Ариной. Да еще бы двумя карапузами. Вот тогда да. А часы, машины, это же все так, пена. Ну, с карапузами точно не успеваю. Помоги. Аккуратней. А вот с принцессой ты, конечно, прав. Надо срочно кого-то искать. Обязательно. Ну, в любом случае, за пену тебе спасибо, век не забуду. Ну, век не забуду, это много. Давай, вискарь. Заняли наше место. А у вас что, монополия на парковку? А вам что, трудно найти другое место? А вам не кажется, что это уже наглость? Квартиру освободи, с парковки отъедь. Слушайте, а вам случайно бесплатный уборщик не нужен в квартиру? Не надо, пожалуйста, утрировать. Я просто прошу, чтобы вы освободили наше парковочное место. Знаете, к сожалению, не получится. Бензин закончился. А вы что, не джентльмен? Нет. И даже не собираюсь.
Марк, а ты правда хочешь устроить свадьбу? Ну, конечно. Мы же обо всем договорились. Ты, кстати, пригласить не доделала, покажешь? Да, еще немножко. Просто мы ведь и так живем вместе, а если ты говоришь, что ты не хочешь детей… Пока. Это я пока не хочу. Но у меня все рассчитано, милая, все рассчитано. Свадьба – это очень важно. Как же ты не понимаешь-то, а? Там же будет мой босс, там будут наши партнеры. И потом, женатый бизнесмен, он ассоциируется с надежностью, упорством, гибкостью. Так, кстати, говорит мой коуч. А что тебе говорит твое сердце? Ой, давай вот не будем об этом, а? Я все-таки стараюсь для нас обоих. Даже если мне при этом плохо, чем ближе к свадьбе, тем больше у нас разногласий. Ну, может, сначала обсудить разногласия, потом уже устраивать свадьбу. Марк не может отменить свадьбу, это важно для его карьеры. Оля, Оля, это ты мне говоришь? Что? Я повзрослела. Взрослеть не значит изменять себе. Ты идеалистка. Зато я не подстраиваюсь под чужие потребности. Ну, ты просто не умеешь идти на компромисс. Я просто не хочу. Знаешь что? У нас скоро будет вечеринка. Марк, его коллеги по работе там с женами или подругами. Ты приходи, и ты увидишь, что он хороший. Оль, главное, чтобы он был хорошим для тебя. И чтобы тебе не приходилось изображать кого-то другого. Ну, например, надевать дурацкие тапочки с пушком, кружевные пеньюарчики, хлопать глазками и говорить: ну, милый, ну, пожалуйста. Точно, Кать. Что это возможно? Подождать. Ой. А, Оль, слушай, 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 подожди. У меня там в тумбочке есть такая штучка. Может быть, мы ее возьмем? Может быть, ты лучше возьмешь меня? Опасно. Ты мужик или нет? Да мужик, конечно, Марк, я прошу, так тебя, надо сюда ходить! Марк, ну… Алло, полиция? Да я за брата! Федя, не надо! Тихо, спокойно! Знаете, что вы со своим братом? Знаете, что вы влезете в мою жизнь и гадите там? Вы с ума посадили! Убери отсюда! Стоять, оба! Я сказал! Добрый вечер! Настя, садитесь. Прошу. Это он на меня напал. Подождите. Во-первых, это я защищался, а во-вторых… Так, все понятно. Собирайтесь.
Послушайте, вы должны отпустить моего жениха. Он просто хотел навести порядок. Девушка, во-первых, я вам ничего не должен. А во-вторых, все трое участвовали в драке с применением холодного оружия. Какого холодного оружия? Там была бутылка и подсвечник. И что они, по-вашему, огнестрельные? От вас же, от самой звонок поступил, правильно? Правильно. Обращение в полицию зарегистрировано, правильно? Правильно. Что теперь делать? Послушайте, а если от меня поступил звонок, может быть, я могу как-то... Ну и денек сегодня. Не говори. О, орлы. Сейчас, секундочку. Извините, пожалуйста. Дело в том, что мы там сказали, что у нас есть претензии, но они на самом деле есть. Я не понял, вы что, обратно хотите? Я могу вас задержать до выяснения обстоятельств еще на 48 часов. Нет, у нас никаких претензий нет. Милый, пойдем. Нет. А, ну на нет и суда нет. Угу. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Слушай, а я что-то решил, надо нам с тобой обновиться, встряхнуться, так сказать. Да, соседей не зальем. Не боись, все под контролем. Под чьим? Под моим. Вот, я поэтому и спрашиваю, соседей не зальем. Так денег хватит, все нормально. И, между прочим, твои друзья ходят здесь, топчут, сколько можно уже. Это только начало. Главное впереди, смотри. О. Моряки и тапки купил. Класс. Я мастику сам приготовил. Сейчас смотри, с мыльцем пройдусь, потом просто с водичкой, а потом начну натирать по самой что ни на есть экологической технологии. Да? Диня, я тебя умоляю, свали куда-нибудь, а? Давай, свали, не мешай. С удовольствием. Давай, вот, тапки я тебе сказал, сгинь отсюда. Да, ушел. Грязные полы в доме моем, брательник протрет специальным шампунем. Итак, мы подошли к первому месту нашего чарта. Третью неделю лидирует песня группы «Майский дождь» с одноименным названием. Под дождем мы гуляем по лужам, этот город весною разбужен. И о том, что любимая нужен, знаю я. Что влюблен, это знаю я точно. Я хочу быть с тобой днем и ночью. Чувство прочтешь между строчек. Ты моя, майский дождь, как судьба. Две души летят к своей мечте. Майский дождь, два крыла. Мы парим над миром в высоте. Не нужны нам друзья и подруги. Мы с тобой зачарованы. Такой день хороший. Да. Сейчас я вот с отчетом закончу и сразу спать. И, кстати, завтра нужно встать пораньше, потому что у меня начал появляться живот. Поэтому нужно налегать на пресс. Маркуш, ну мы совсем мало бываем вместе. Почему бываем? Почему мы сейчас вместе?
А потом ты забыла про ужин с боссом. Он к нам придет, между прочим, с супругой. Прекрасный будет вечер, практически предсвадебный. Марк, но я же не об этом. А о чем? Ну, я не знаю, ну... Ну, пойдем погуляем, а? Сходим на мой любимый мост. Зачем? Я хочу побыть с тобой. Хочу погулять, хочу поболтать о всякой ерунде. И потом, это же полезно. Ходьба, свежий воздух. Оль, вот ходьба, а вот там свежий воздух. Хочешь? Нет, не хочу. Ну, значит, я иду гулять одна. Оль, ну, ну подожди, ну, ну, Оль, ты это, ну, накинь что-нибудь, там прохладно. Ты такой заботливый, значит, ты со мной не идешь? Так, ты же сказала, что ты сама. Угу, ну да. Угу. Петровна, да, да, готов. Сейчас обсудим биржевые сводки. Я очень готов. Дайте мне, пожалуйста, пломбир в вафельном стаканчике. Мое любимое с детства. В детстве все вкуснее, кажется. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, пломбир в вафельном стаканчике. Сейчас найдем. Вы что, меня преследуете? Портите тут настроение своим видом. Да у вас мания величия. Еще неизвестно, кто кому портит настроение своим видом. Хам! Стерва. Ой, вы знаете, вот одно осталось. Ну, интересно, что вы скажете. Вам интересно, что я скажу? Хотя чего интересного? Я же имею дело с хамом и бездельником. На что тут можно надеяться? Правильно. Надеяться не на что. Дайте мне, пожалуйста, вот это вот мое любимое мороженое, а ты можешь себе выбрать какое-нибудь другое, я оплачу. Это просто какое-то невероятное хамство, еще и на ты. Это мое любимое мороженое с самого детства, ясно? Да. Может, у тебя монополия на любимое мороженое? Или оно не может быть моим Пошли, любимым тоже? Постойте, это наш... товарищ! И ушел. Оль, извините меня за грубость. Давайте я вам куплю, скажем, эскимо. Тогда я вам куплю вот, ну, рожок. Спасибо. И вам. Это вам? Угу, спасибо. Угу. Спасибо. Ну, извините. И вы меня. Хороший дом, с историей, люблю такие. И теперь вижу, как живет и где восстанавливает силы молодой волк моей компании. Будем. Андрей говорил, чай рулетик пробовали? Нет. Положу вам? С удовольствием. Пожалуйста. Благодарю вас, Олечка. Оля, а это все вы сама приготовили? Ой, Оленька, фантастическая хозяйка. Она же сама все эти рецепты изобретает. Кстати, Андрей Гаврилович, хотите вот эту, как это? Татен. С сыром. С сыром? С сыром, да. Нет, Андрею не нужно. У него ужасная аллергия на сыр. Простите, пожалуйста, я же не знала. Федь, может, ну его, а? Что, бабки не нужны? Давай.
Оп. Ага. Так, слушай, мы с тобой такой бизнес замутим, мам, не горюй. Конечно, очень интересно узнать, что из этого получится. Но в такой бизнес мне верится с трудом. Ты в меня верь. Знаешь, Маркуша, не хочу портить тебе настроение в столь прекрасный вечерок, но отчеты меня совершенно не впечатлили. За время моего отсутствия динамика куром насмех. Андрей Гаврилович, ну вы же понимаете, это же объективная ситуация на рынке. Ну перестань ты, какая ситуация, какой рынок, что ты несешь? Вы там с Леной черт знает чем занимаетесь в рабочее время. Андрей Гаврилович, с Еленой Петровной у нас абсолютно рабочая взаимоотношения. Да ты что? Да. Знаешь что, это ты своей невесте расскажи. Эх, Маркуша, Маркуша, жалко мне тебя выгонять. Вот одно спасет, если женишься, может тогда остепенишься, а? Помни, Марик, твое место держится на двух вещах, на соплях и моем к тебе расположении. Может, водочки? Твоя невеста прекрасная хозяйка. Держись ее, понял? Не будь глупым. Горячая будет буквально через пару минут. Замечательно, жду. Есть предвкушение? Милый, не поможешь мне открыть вино под перепелок? Да, конечно, дорогая. Я сейчас. Федь, что туалетный сыр слишком воняет. Элитный сыр должен вонять. Ты же не знал, что ли? Ты не чувствуешь запах, ну? Да, что-то есть. Хочу. Тебе не кажется, что чем-то пахнет? Знаешь, я наклеечки заказал, что этот сыр позапрошлого века. Завтра привезут. Слушай, может, ты сыр с коньяком перепутал, а? Нет. Я имею в виду, что готовится этот сыр в этом замке, по этим рецептам, готовится уже 200 лет, а не этому куску 200 лет. Что, меня совсем за дебил считаешь? Нет. Фу. Ведь с улицы, черт подери, все должно быть идеально. Я придумала. Скажите, а вы не против, если я зажгу ароматические свечи для аппетита? Знаешь, я еще коробочки заказал. Вот, типа таких, только деревянные. Со всеми магазинами в районе договорился. Так что разбогатеем, братуха. Ой, Олечка, вы такая предусмотрительная. Вот если бы вы были финансистом, я бы вас взял к себе в Спасибо. Андрюша, Андрюша, что случилось? Что? В чем дело? Запах ужасный, вот свечи? Оттуда. Будем кататься, как сыр в масле. Как вот этот вонючий сыр. Так, Оль, звони в скорую. Запах! В скорую звони. Быстрее вызывай скорую. Черт, не знаю, скорой, когда они приедут. Где Марк? Помогите, помогите, пожалуйста. Где ключи от машины? А, у меня ключи. У меня калятор забыл. Тихо. Документ. Ну, может, еще обойдется все? Уже не обошлось. Это опять он. Ну а что, День? Ну не могу ж я у тебя всю жизнь кантоваться. Надо как-то и на свое жилье зарабатывать. Да я не против. Я так и знала. Это вот будет вас одни, боже, кошмарные неприятности. Вы только что уничтожили карьеру моего жениха и вообще поставили мой будущий брак под угрозу своей вонью. Слушай, ну, знаешь, не такой прочный брак, если он от аромата элитных сыров распался. Оль, мы заканчиваем. Что? Нет, не вы делайте, прекратите! Тут же продуктов рублей на 800! Остановитесь! Ты что делаешь? Вот. Весь бизнес мой погубил, не надо! Спокойно! Федька, Федя, Федя! Федька! Телефон, звоните, срочно в скорую, звони! Сейчас смотришь, Федька! Я не думала, я... Он же сам себя бутылками. Но он же десантник. Да какой десантник? Их бутафору на киностудии бутылки сахара отливает декоративные для трюков. Ты же его настоящий саданула, смотри. Светка. Боже мой. Ты слышишь? Боже мой. Не дыши. Боже мой. Алло, алло, скорая. Вот
Закат. Простите меня, пожалуйста, простите. Я все понял. Мне в состав надо больше сахара добавлять, а то осколки от моих бутылок на настоящие не похожи. Лежите спокойно, брат. Теперь мои бутылки будут идеальными. Голливудские будут бутылочки. Бутафор на киностудии. А это в леопарде, это Алина подруга? Ты чё, Макс? Это подруга Веры. Она ее пригласила. А. Слушай, тут прям как в мусульманском доме. Женщины отдельно, а мужчины отдельно. Оль, ты когда замуж выйдешь, тоже будешь отдельно существовать на женской половине? Ну, Кать. Ну что? Я 2 месяца в листе ожидания на эту сумку была. А в Париже можно спокойно купить? Да ладно, спокойно. Там очередь из японцев. И часто у вас такие вечеринки? Ну, обычно раз в квартал после бонусов. А что, милые люди? То есть они собираются по расписанию после выплаты премии для того, чтобы обсудить, кто что купил за отчетный период? Кать, а что люди, по-твоему, должны только историю философии обсуждать? Да люди вообще ничего не должны. Я просто чувствую себя неловко, потому что я не могу поддержать беседу. Оля, а ты можешь? Ну, пойдем к мальчикам, может быть, тебе там интереснее будет? В фирме, где я раньше работал, у нас всегда на переговоры с собой девушек возили. Целое модельное агентство. Представляешь? А у нас вот экономили бюджет. На месте брали. Марик, а ты как? На месте берешь или Елену Петровну с собой возишь? А я? Да ни то, ни другое. Пойдем лучше прогуляемся. Ну, давай, что ты начал, а? Да-да-да-да, у нас. Что, не видел, что они шли, что ли? Марго, тебе интересно с твоими коллегами? Конечно. У меня с ними общее дело и общие интересы. Ты совсем не дружишь с одноклассниками или однокурсниками? Ну, а смысл? Карьерные я их давно уже обошел. Что я могу еще от них взять? А Елена Петровна, она вообще кто? А Елена Петровна — это наш старейший финансист. Слышь, ей там за 50, а мозги варят, будь здоров, как будто только что MBA получила. Дорогая, ты что такая грустная, а? Мне кажется, твоя Катя, она тебя тоску гоняет. Вот она вечно со своим унылым поиском смысла жизни. Посмотри на других девочек. Вот они точно не заморачиваются вопросами бытия. Ну, ладно, я в кроватку. Приходи. Выписали? Не, я сам ушел. Чего не позвонил? А у меня деньги на телефоне закончились. А ты вообще куда идешь? Ой. К Люське. К Люське? Да. Люблю ее, заразу. Меня как Ольга по голове шандарахнула, сразу понял, что люблю. Счастливый. Слушай, может, мне тоже Ольгу попросить, чтобы мне чем-нибудь заехало? Посильнее. Пойдем, я тебя провожу. Ага. Ты сам-то как решил, с кем на свадьбу пойдешь? Нет, проблема. Знаешь, я чего подумал? Может, это Светка? Светка? Да ее раздолго, как Шарик? Не, Светка не пойдет. Да, Шарик нам не нужен. Или вот это вот, всем шампанского. Таня, с олигархом уехала в Лондон. Слушай,
А вот эта смешливая в косухе. Машка. А симпатичная. Она так и приедет на мотоцикле в косухе с серьгой, у нас очень смешного будет. А я-то думал, ты у нас плейбой. Я тоже так думал. Ладно, Федюх, пойду, я пора. Давай, звони. Собиралась к вам зайти, узнать, как дела у вашего брата. Думала навестить его в больнице, но, наверное, он не будет рад. Поверьте мне, правда, очень жаль, что все так получилось. Верю. Да, его, можно сказать, выписали, так что можно считать, все обошлось. Правда? Да. Я очень рада. Вы, если вам что-то будет нужно, вы обращайтесь, ладно? Хорошо. Ну, до свидания. До свидания. Оля! Оль, у меня к вам деловое предложение. Но вы же все равно собирались ко мне зайти. Так что, если есть минутка, может, поднимемся? Ну, пойдемте. Не спешите отвечать, подумайте. Вы с ума сошли? Как это я буду изображать вашу подружку на свадьбе вашей бывшей жены? Не просто так я съеду! Вы получите эту квартиру, ваше желание осуществится. Это бред какой-то. Вы меня, Денис, извините, но вы правда сумасшедший. Я согласна. Я согласна. Алло. Привет, Денис. Привет, Алин. Как дела? Потрясающе. Слушай, ты не перезвонил, я не пойму, ты приедешь на мою свадьбу? Ты же знаешь, я люблю определенность. Да, знаю. Мы очень тщательно готовимся. Ну, разумеется. А слушай, мне надо знать точно, ты будешь? Я буду. Один? Не один, конечно. Да? Ну ладно, мы с Милочкой ждем тебя. Пока-пока. Пока. Всего одна ночь не вместе так непривычно. А что там Катя-то с собой сделала? Катя сделала тюбаж. Это для чистки печени. Что, вообще вставать нельзя? Да, целые сутки нельзя вставать. Побуду сиделкой. Слушай, а что-нибудь тоже сделать, а? А то за здоровьем-то надо следить. Ты у Кати узнай, где получше. А то оставь. Конечно, подскажу. 11. Я сказал, 11. Сейчас 11. 11.
Извини. Вер. Я никогда не видела вас таким. Оль, вы прекрасно выглядите, я почти влюблен. Давайте не забывать, у нас контракт. Да. Но это не мешает нам перейти на «ты» для вхождения в образ. Ну что ж, идем. О, нет. Что нет? Это моя любимая песня. Да ладно. А что? Ну, я думал, что тебе нравится музыка, ну, поизысканнее, что ли? Эта песня очень искренняя. Ее мог написать человек только тот, который умеет любить по-настоящему. Да нет. Ее написал циничный мизантроп, который захотел срубить бабла, подобрал правильные аккорды и все. Нам надо поговорить. Что, я что-то не то сказал? Еще не успел. Просто нужно поговорить, что любишь ты, что люблю я. Нам на свадьбе придется разговаривать с людьми, и должно быть похоже, что мы знаем друг друга давно. Да, окей. Что ты любишь? Апельсины. Апельсины. Фиалки. Так. Детей люблю. О, детей. Запах майского дождя. И пломбир в вафельном стаканчике. А ты? Угадай. Пломбир в вафельном стаканчике. Нет, нечестно, ты знала. Бумага бьет камень. Жених. Детишки, извините. Кажется, ты меня совсем забросил. Чего вы так решили? Потанцуем? Так вдруг? Контракт? Денис так хорошо танцует. Мы уже здесь битый час. А Арина ведет себя так, как будто я дальний родственник жениха. Выпрями спину. Все-таки я как-то неловко себя чувствую, танцуя с вами. С тобой. А чего же? Мы вполне целомудренно танцуем. Боже мой, как трогательно! Рада видеть тебя счастливым, дорогой. Я безмерно рад твоему счастью, дорогая. Арина, какая все-таки потрясающая свадьба. Платье просто великолепное. Ой, спасибо огромное, очень приятно. Ну что, Брыкин, передаю тебе Арину из рук в руки, как факел. Он хотел сказать, пускай ваша любовь пылает вечно. Да, именно это он и хотел сказать. Ну как ты, дружище? Да что, друзья, Брыкин, мы с тобой теперь родственники почти. Брат Брыкин. Смотрю, невеста у тебя очень красивая. А папа говорит, что хорошая жена – самая надежная инвестиция. А про любовь ваш папа ничего не говорит? Нам про любовь говорить некогда. У нас бизнес. Ну, вы как, квартирный вопрос утрясли? Более-менее. Я вот тоже хотел Аришкину квартиру продать, немножко денег добавить и таунхаус купить. А папа говорит, эти таунхаусы так куплю, а продавать сейчас не время.
Вот только свадебное путешествие, вот вы куда поедете? То есть Аришка, она хочет на Карибы. А я говорю, ну что Карибы, что Карибы? У папы в Испании дом, а там трат вообще никаких, а ну? Карибы, Карибы. Брыкин настаивает на Карибах. Я? Настаивает, настаивает. У нас танец. Подержи, пожалуйста, милочку. Конечно. Извините. Извините. Ты зачем меня поцеловал? Этого не было в нашем контракте. Аккуратней. Извини. Надо было больше репетировать, конечно. Вам что, так уж не понравилось? Если ты еще раз что-нибудь подобное выкинешь, я уеду тут же. С ноги с моей сойди. Спасибо. Хорошо, понял. Лапонька, ты когда мне «да» говорила, ты знала, что замуж не за танцора выходишь. А ты замечаешь, Варя, аккуратней, что твою невесту бесит, что ты не обращаешь внимания на нее? Кажется, тебе удалось ее разозлить. Только не мне, а нам. На кого? На меня. Милочка, господи, Денис! Милочка, девочка моя, Милочка, ко мне! Вот так всегда, Анатолий Михайлович. Ничего страшного. Елена Петровна, а вы в курсе, что руководство наше весьма и весьма недовольно нашей с вами совместной работой? Да, да, да. Я предлагаю нам с вами собраться с силами, встретиться и как следует вместе совместно поработать. Угу. Причем сегодня вечером, да, у меня освободилась куча свободного времени. Да, Елена Петровна, ну вы же меня поняли, все, у меня вторая линия, я вам перезвоню. Ага, ага. Оленька. Алло, Маркуш. Привет, милая. Привет. Ты почему не отвечаешь? Извини, я звонок на телефоне отключила, просто Катя уснула, я боялась ее разбудить. А у вас что, там музыка? Музыка? Ну да. Нет, конечно, нет у нас никакой музыки, это, наверное, помехи. Слушай, ты такой ливень, я тебе из подъезда перезвоню, хорошо? Перезвони поскорее, а то я скучаю. Ой, а по кому-то красивая скучает. Жених вы где-то здесь. Ого, а? Как это вы так быстро? Милочка! Милочка! Девочка моя, иди скорее ко мне. Ты моя сладкая. Ты чего маму так пугаешь? Видите, я первый раз так напился. Угу, надеюсь, вам не понравилось. Пойдемте, я вас провожу к столу. Мне понравилось. Иди ко мне, иди к мамочке. Ты моя сладкая. Ты моя... Эх ты! Никогда ты Милочку не любил. Я тебя любил. Что ж ты все время спорил со мной? Все делал по-своему тогда. Слушайте, так вы хотите за меня замуж? Вы что, с ума сошли? Пустите меня! Арина, ты никогда не думала, что любить не значит перестать быть собой? Пустите а меня! А еще у вас нет собаки. И чихуахуа – это и дрянь. Это и не собаки, это дрянь. Каждое утро залезает под одеяло и кусает меня, когда самый сладкий сон. Будь моей женой. Ой, пожалуйста, все, отстаньте от меня, я вас очень прошу. Ну, что же вы делаете? Брыкин, замри! Да. Брыкин, ты что, сдурел? Я женюсь на твоей Ольге! Я женюсь на Ольге! Что ж ты мне перед людьми позоришь? Я идиот, потому что решил на тебе жениться. Понял. Что? А главное, очень вовремя. Так, ну все. Ты рад? Ты испортил мне весь праздник. Все, пошли вон отсюда. Быстро, да? Выметайтесь. Уходим. До свидания. До свидания. Ребят. Хорошей свадьбы. Счастливо всем. Хорошей свадьбы. Скотина. Мегера. Папа. Что ты сделал с Брыкиным? Через час после знакомства он захотел на тебе жениться.
Ты что думаешь, я с ним кокетничала? Ты сейчас серьезно? Не знаю, я видел только финал. Мир? Еще один сюрприз. Перерыто. Наверняка можно как-то объехать. У кого спросить, где рабочие? Какие рабочие? Короткий день, праздники. Раскопать успели, а закопать нет. И куда нам ехать? Может, нам вернуться? Помнишь, там была дорога? Нет. Там дорога накатанная, значит, она в другом направлении. А вот эта дорога заброшенная, значит, ей редко пользуются, потому что ездит по этой, которая вот сейчас ремонтируется. Мне кажется, нам туда. Ага. Зачем ехать по плохой дороге, если есть хорошая? Если все время ездить по накатанным дорожкам, никогда не попадешь туда, куда действительно нужно. Обожаю философствующих женщин. Понимаю, с дурочками проще. Ну, об этом мы поговорим, когда вернемся. А сейчас нужно действовать практически. Есть в твоих словах логика? Поехали. Что я слышу? Ехать другой дорогой. Да. Прав был брат Федька. Послушай женщину и сделай наоборот. Это он говорил уже после того, как присрастился бить себя бутылками по голове? Сели. Алло, здрасте. Мы застряли. Где-то километр, наверное, 40-й по Дмитровскому шоссе на проселочной дороге справа. Ну, хорошо, мы будем ждать. Да нет здесь никакого населенного пункта. С водителем свяжите, я ему скажу, как проехать. Спасибо. Они будут через 3 часа. Начались праздники, раньше мы приехать не сможем. Ну, ничего, будем ждать. Садись за руль. Давай, садись за руль, по моей команде будешь газовать. Давай, давай, потихоньку, потихоньку, в ритм. Еще, еще, вот. Да бесполезно, она тяжелая. Давай, давай, давай. Случилось? Телефон утопил. И что? Он что, теперь не работает? Работает, работает. Это старый надежный телефон. Ему лет 5. Не работает. Ну все, не работает. Ну, естественно, это старый телефон. И как нас теперь бухгалтер найдет? Сейчас мы вставим мою сим-карту в твой телефон и все. Я же тебе говорила, мой телефон разрядился. Совсем. Ну да. Класс. Что будем делать? Мы так можем день сидеть, два, неделю. Есть предложение? Прогулка по мокрому лесу. Пожалуй, нет. Надо было ехать по той дороге. Может быть, не надо было вообще ехать на свадьбу?
Вот это ты сейчас очень вовремя. Извини. Корова! Корова. Хочешь, чтобы я надоил тебе молока? Очень смешно. Коровы далеко пастись не ходят, значит, рядом дом. Да. Не знал, что ты знатный корововед. Надо просто пойти по коровьим следам, и мы придем в деревню. Да, ты права. Осторожно. А ты вообще долго сможешь так идти? Я надеюсь, долго не придется. Ну да. Паники. Смотри, кажется, шалаш. О, наверное, пастухи поставили. Хоть дождь переждем. Где? Ну, вон, смотри, за деревьями. Давай, пойдем. Пойдем скорее. Ой, мамочка, я ногу подвернула. Держи. Давай. Опа. Отлично. Так, чуть-чуть. Что, больно, да? Давай, ну-ка, дай-ка. Давай сюда. Потянула. Сейчас попробую зафиксировать. Только будет больно. Не так больно. Верю. Разве могла представить, что вот так все получится, когда первый раз постучала в твою дверь? А что ты подумала, когда меня первый раз увидела? Тут ты бестолковый разгильдяй, мешающий мне своими вечеринками. Нет, я подумала, что вот человек, который живет в свое удовольствие, как хочет, как душа просит. Все, все, все. Ты мне очень понравился. Как человек. Ну, естественно. Только прости, я правда не понимаю, на что ты живешь. Это я написал. Да, я пишу музыку. Только та музыка, которая нравится мне, никому не нужна, потому что, говорят, она не коммерческая. Поэтому иногда мне приходится писать вот такие вот песенки. Ну а что, на авторские отчисления вполне сносно можно существовать. Я же говорил, мизантроп, решил срубить бабла, подобрал правильные аккорды и все дела. А я тебе говорила, что эта песня очень искренняя. Что ее написал человек, который умеет любить по-настоящему. Снимай рубашку. Снимай, снимай. Люблю инициативных девушек. Не глупи. Спиной. Жарко. А у меня что-то зябко. Да? Может быть, мы костер разведем? Да, отличная идея. Из мокрых веток, без спичек у нас получится отличный костер. Ну, давай тогда зароемся в сено. Дай, сюда. Очень холодно. Точно. Я
вообще страшная трусиха. Да ладно. О, сейчас в лесу мне не страшно. С тобой не страшно, удивительно. А знаешь, что я подумал, когда тебя в первый раз увидел? Что? Я подумал, жаль, что однажды у меня не закончились соль или спички. Что бы тогда было? Тогда? Ну, тогда я бы пришел к тебе за солью или спичками. Ты бы тогда еще не жила с Марком. И тогда... Смотри. Что? Дождь закончился. Да. Пойдем искать трактор. Ага. Хорошо? Ага. Да. Ага. Ага. Пойдем. Идем. Ой. Давай. Давай. Вот а? Так, а? Вот, вот. Молодожены, что ли? Почему вы так решили? Улыбаетесь так. Как будто счастливый. Садитесь к себе. А, возьмите, пожалуйста. А, давай. Спасибо большое. Переоденусь на заднем сиденье, а то мне нельзя так домой. Конечно. Обещаю, подглядывать не буду, даже зеркало вот отверну. Сегодня так много всего произошло, и может показаться, что мы взрослые люди, у каждого своя как-то налаженная жизнь. Да, конечно. Я тоже так думаю. Да? Угу. Отлично. Это невозможно. Да, все окей. Приехали. Ну, до свидания. Привет Федору. Да, спасибо. И вам хорошего вечера. Вы не волнуйтесь, я свое обещание сдержу. Завтра займусь продажей купли квартиры. Спасибо, вы нас очень выручите. Сейчас поеду машину сдавать. Помойте. Да, обязательно. Ну, до свидания. Да. Марк, я должна тебе кое-что сказать. Я соврала. Нет, не так. Я долгое время врала самой себе, потому что ты не любишь детей, а я люблю. Это все не про то. Мне кажется, я люблю другого.
Марк! Милая, милая, ты же сказала, что будешь утром. Как ты мог? Не надо сцен, не надо сцен. Я люблю тебя, помни, у нас с тобой свадьба, а Леночка это, прости, Лен, это увлечение. Увлечение? Ты же сам говорил, что любовь. Потом. Так вы, значит, и есть Елена Петровна. Хорошо выглядите для 50 лет. Ой, я для 50 лет? Значит так, я сейчас ухожу, а когда я вернусь, чтобы ни тебя, ни твоих биржевых сводок здесь не было, ясно? Милая, пожалуйста, подожди, мы же можем... Я тебе не милая. Хорошо, я понял, но я позвал босса на свадьбу, что ему сказать-то? Просто замени невесту. Такая... Я вкладывался в ремонт. Пришли мне график возврата расходов, можешь с процентами. Скажите, у вас есть пломбир в вафельном стаканчике? Два пломбира в вафельном стаканчике. Извините. Пришел на твое любимое место. И мне было плохо. Без тебя и я пришла на твое любимое место. Оль, ты поверь, я не такой уж бесперспективный и разгильдяй. Я перспективный разгильдяй. Ты мне нужен такой, какой ты есть. А ты не думай, пожалуйста, что я правильная зануда. Я никогда так не думал. Я тебя люблю. Я тебя люблю. С тобой днем и ночью мои чувства прочтешь между строчек. Ты моя.